Они готовятся не только унаследовать рабочие традиции старых мастеров, но превзойти их и продолжить их. В истории отечественной промышленности стекла школа мастеров на Гусевском хрустальном заводе пока единственная. Пожилые рабочие помнят времена, когда к делу приучались с 8-летнего возраста. После 15-20 лет работы у печи поручали первую самостоятельную работу. Иная судьба у этих ребят. Пройдет всего 3 года, и они станут подлинными мастерами гусевского хрусталя, честь и славу отечеству приносящего.